Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад. Обзор на 1000, рубрика «Аквариумистика». Сегодня я вам расскажу про аквариумное оборудование, терморегулятор. Вот такой вот автоматик, производитель Китай. Сделаю краткий обзор на него. Такая вот коробочка у нас. Данная модель у нас идет 100-ваттная. Они есть также 75, 50, 100. 150 ватт. 100 ваттный можно ставить в районе от 100 до 150 литров аквариум. Давайте откроем, посмотрим, что у нас тут китайцы. Такая вот дешманская коробочка, дешевенькая. Так, вот он сам. Так. Держатель, две присоски. Так. И все. Ни инструкции. Так, на коробке у нас тут все по-английски. Если умеете читать по-английски, почитайте. А если еще и переводить умеете, так вообще шикарно. Так, коробочку убираем. Так, держатель у нас. Можно ставить его хаотично. Хоть так, хоть так. Работает он также, полностью погружается в аквариум. Можно полностью со шнуром, как и большинство терморегуляторов. Так, диапазон температуры, значит, выставляется она вот здесь, вот шкала, вот эта пимпочка крутится, больше, меньше, то есть минимальная 18 градусов можно поставить, максимальная 32. Здесь идет индикатор, когда он в режиме нагревания, индикатор горит. Вот она у нас тут сама спиралька внутри, спиралька закреплена плохо, болтается. Так что я бы рекомендовал его ставить только в вертикальном положении. Так лучше его не устанавливать в аквариум. Включать его нужно только на сухую. Ой, вы что я говорю-то, ребят, какой на сухую? Только когда он находится в ванне, в воде. Заговорился на сухую. Ни в коем случае на сухую его включать нельзя, только когда он находится полностью погруженный в воде, либо минимум вот тут подсюда, вот, то тогда его можно включать. Если вы его на сухую включите, колба может лопнуть. Из минусов данного производителя, да и большинство китайских терморегуляторов, то что у него идет короткий шнур. Если взять какие-нибудь там популярные акваэль, тетра, у них идут нормальные длинные шнуры. Провод здесь идет вот он коротенький. То есть, если у вас розетка далеко от аквариума, то не прокатит он. Надо будет какие-то дополнительные приблуды, удлинители делать. По работе пользовался данными терморегуляторами не раз. Один сломался через месяц, второй сломался через 2 года. Гарантии на него никто не дает, производитель. По крайней мере, у нас здесь, в Новосибирске. Тут у нас так. Где у нас? Да, вот здесь тоже сказано, что 100-ваттный. Ставить его, как я уже говорил, на 100-150 литров. Ну, вот такой вот. Да нормально, за такие деньги, 200 рублей он стоит, если сравнить с каким-нибудь там, не знаю, немецким, который стоит в районе 1000, 1500. То если дешево и сердито, в общем. Как повезет. Чаще всего работают долго. В редких случаях, насколько я слышал, читал на форумах, вообще редко случаев, что они ломаются. Ну, бывает. Ну, так кратко, ребят, рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео. Рубрика «Аквариумистика» будет продолжаться. Всем пока-пока. До встречи.